Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа, и сегодня мы находимся снова с вами в Fallout Tactics и завершаем первую миссию. К сожалению, на момент записи видео у меня произошли проблемы с микрофоном и мои комментарии не записались, в связи с чем вместо моего лица будет какой-нибудь смешной баннер или еще что-нибудь такое. Да, ребятки, дерьмо случается, я бы перепрошел миссию, если бы у меня было время, но сейвы были перезаписаны, поэтому прошу сильно не ругаться, впредь буду повнимательнее.
Смотрите-ка, что-то не помню, чтобы мы посылали приглашение с собакам из Братства Стали. Когда я приведу своему боссу рабов из Братства, он щедро вознаградит меня и приблизит к себе. Ну что ж, посмотрим, чем эти макаки могут удивить старика Хоруса. Thank you.
Я, похоже, недооценил вас. И нечего тут лыбиться. Ваше братство ничем не отличается от нас. Все мы берем у этих дикарей то, что нам нужно. Если тебе кажется, что ваши лучшие... Вы выполнили свою задачу. Что ж, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, закончим серию о Fallout Tactics. И, в принципе, на следующей неделе мы уже будем что-нибудь другое играть. Скорее всего, это будет Fallout 2. Поэтому, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте откомментировать это видео и, конечно же, поделиться со своими друзьями и знакомыми. Не забывайте заходить на мои стримы 21:00, среда, пятница и суббота каждую неделю. Ну и, конечно же, берегите себя. Всем удачи. Пока-пока.